Самооборона Мариуполь. Для меня этот день важен тем, что в этот день погибли бойцы на Майдане. Они боролись за нашу свободу и независимость, за наше мирное небо над головой. И поэтому, чтобы почтить их память, я пришел сюда и с моими побратимами уже почтил их память. Усміхнеться доля, згинуть наші горі жінки, наші завтра.